Друзья мои, я могу снимать только через окно. Но вот разразился шторм на океане там. И ливень пошел, большой ливень. Я вот показываю, наконец-то мы дождались этого ливня. Да и природа вся ждала, потому что уж столько времени такая жара держалась, немыслимая. И вот, наконец-то, пошел дождь. Здесь вот с этой стороны все попроще снимать, потому что здесь окошко открыто, и оно как бы не, как это сказать, сюда не дует. А вот основное, откуда дует, и дверь открыть нельзя, это вот эта часть. Здесь, конечно, нечто творится. Вот, дождь льет. И так радостно на душе. Смена какая-то природная. Да. От океана, конечно. С океана пришла буря. Там волны большие. Сейчас никого на океане нету. И вот мы тут наблюдаем. Птицы кричат. Это понятно. Вот они. Пытаются спрятаться, бедняги, где-то. А может, наоборот, моются под дождиком. Дождь. Удивительный, прекрасный дождь. Вот он, капли текут, вы видите. Очень хороший, все орошает там, вот, чистенько помоет, все просто классно. Для Индии дождь в такое время – это редкость, потому что сезона дождей не наступало еще. И поэтому то, что это пошел дождь, это чудо. Честно говоря, я молила дня три. А вчера были такие страдания и муки мои похода в магазин. Я еле выжила после этого похода, что я уже просто не выдерживала и просила: Господи, Господи, ну помоги же мне, ну дай же мне дождик, потому что я не могу. Мне так тяжело, телу моему оно не выдерживает. И вот чудо свершилось. И деревья сейчас все обновляются. Понимаете, вот все просто чудесным образом. Я просто по всем окошкам. Тут я на третьем этаже пройдусь и покажу вам. Вот он, дождь. Заливает дождь, заливает. Ох, как заливает. Гнутся деревца и малые, и большие. Под ветром прекрасным. Прохладным. Там океан бушует вдалеке. Но я не могу выйти на балкон уже, потому что уже все, уже невозможно. А то захлестнет так, что мало не покажется. Только через окно. Ну, дождь, наверное, он быстро пройдет, а жаль. Вот бы пролился от всей души. Да. Если попробовать открыть, сейчас попробую дверь, что будет сейчас издалека. Ой, какой ветер. Ой-ой, и холодно ужасно. Ну да. Вот такая свежесть невероятная. Просто мне удалось его снять. Вот уже лужи здесь, видите, вода. Везде вода. Вот такой прекрасный дождь. Это просто, я считаю, подарок судьбы. Все, спасибо. С вами была Мария Кахинская. И дождь, выйди с ветром и с бураном. И какая радость, какая радость. Добрый день, дорогие друзья. Хочу вот снять уже все после дождичка, как говорят, в четверг. Вот он прошел, но, к сожалению, он был очень маленький. И намочил землю немножко. То есть и уже сейчас света электрического нету. И уже в доме душно. На улице, ну, немножечко получше. Вот я сейчас снимаю. Пройдусь просто по участку. Ну да, вот здесь даже земля сухая. Не видно, что она была полита дождем. Как-то не очень. Ну, здесь еще на листочках есть немножко дождика мокрого. Маловато будет. Что-то дождик как-то не очень постарался, а мог бы получше. Вот растут эти цветочки удивительные. Смотрите,
расцвели. Идем дальше. Это вот розочка, но пока не цветет. А вот расцвели цветочки прекрасные. Смотрите. Эх, маловато, дождика маловато. Вот это папайи, почему-то они не зреют долго. Висят, никак не могут созреть. Очень вкусный плод. Но, к сожалению, его пока не зреет. И чики не зреют. Я не знаю, почему это происходит. Но вот как-то так зрелости нету. Идем дальше. Вот эта чика. Вот, ну вот они тоже зреют плохо. Проходим мимо. После дождика. Ну, вот здесь цветочки вы видите. Типа нашего жасминчика. Ну, вот идем дальше. Вот желтенькие красивые цветочки. Видите, какие. Тоже цветочки. А вот это красными цветочками цветет, но пока ее нету. Это будущее гранатовое дерево. Оно еще маленькое. Ну и тут вот тоже все как бы. Вот это попадали все товарищи во время ветра. Вот цветочки, тут разные цветочки, цветочки. Кругом одни цветочки. Вот цветочки хорошие. Там, видите, ну, тут все в цветочках. Вот цветочек красивый. Ну и вот выйду к океану сейчас. О, там пены полно беленькой. Вот здесь бассейник маленький. Ну вот океан. И опять солнце, и опять парит, конечно. Лодки все. Грязь, конечно, тут достаточно. Океан успокоился, но вода серая. Ну вот все то, что здесь прошло. Дождик прошел, я же говорю, маловато. Ну все, с вами была Мария Карпинская. Вот небеса, еще тучи есть. А вдруг еще вот пойдет вот там вот что-то синее. И уж смотрим, господи, хоть бы тучи откуда пришли. Все, до свидания, всего доброго.